Привет, ребят, с вами Gobzor.com. Сегодня у нас на тестах новый корпус Zalman Z9 Neo Plus. Корпуса этого производителя действительно полюбились российским пользователям за отличное сочетание качества исполнения, функциональности и стоимости. Весомый вклад, конечно же, вносит популярность и изначальная комплектация корпусов хорошим набором вентиляторов, избавляя от дополнительных трат при сборке системы. Кстати, данный корпус будет разыгран среди вас, зрителей и подписчиков нашего канала. Что нужно сделать? Для этого необходимо пройти по ссылке в описании к этому видео, пролистать до комментариев, написать свое мнение о продукции Zalman, оно не обязательно будет положительным, может быть и отрицательным. Перед комментарием указываем порядковое число, которое будет участвовать в рандомной выборке во время прямого эфира 24 ноября в 18:00 по московскому времени. Для возможности связи с победителем просим использовать авторизацию с помощью аккаунта в любой социальной сети. Важный момент, корпус будет отправляться курьерской службой только в пределах России. Всем желаем удачи, ну а мы приступаем. Поставляется Zalman Z9 Neo Plus в коробке из неокрашенного картона. Комплект включает необходимый крепеж для сборки, несколько стяжек, динамик, дополнительные винты крепления для стенок, а также инструкцию по сборке. За основу взята модель Zalman Z9 Neo, которую мы также тестировали. Главным изменением стала замена левой стенки. Теперь она выполнена полностью из акрила, вместо небольшого окошка, как в оригинальной версии. Плюс в пользу сборки эффектных систем. Также лучше раскрывает потенциал установленных вентиляторов синей подсветкой. Крепится стенка при помощи четырех винтов с накатанной головкой. Также Zalman Z9 Neo Plus доступен в белоснежной версии. Рекомендуем присмотреться к ней, она выглядит достаточно эффектно. Лицевая панель выполнена в виде дверцы с парой магнитных замков. За ней скрывается вентиляционная решетка и два отсека под приводы. Конечно, сейчас такие приводы уже не актуальны, но возможность установки, например, панели управления оборотами вентиляторов или скоростного картридера не будет лишней. Кнопка включения синей подсветкой визуально отделена от основной панели. Правее выведены два USB 2.0 и два USB 3.0. Пара аудиоразъемов, кнопка перезагрузки. На верхней панели сохранили полупрозрачную вставку и вентиляционную решетку. Этот блок съемный. По умолчанию под ним находятся два вентилятора с синей подсветкой. Как результат, по периметру блок светится синим цветом. Задняя панель с традиционной компоновкой. Установлен вентилятор с синей подсветкой. Съемные планки подкрепления платы расширения. Расположение блока питания нижнее. Есть съемный фильтр. Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками, приподнимающего и обеспечивающего приток воздуха к блоку питания. Zalman Z9 Neo Plus рассчитан на установку материнских плат форм-фактора ATX. Можно установить систему охлаждения процессора высотой до 16 см. Видеокарта длиной до 38,5 см с учетом установленных на лицевую панель вентиляторов или радиатора системы водяного охлаждения. На лицевой панели и верхней крышке установлено по два вентилятора. На это же место можно установить и поставить радиатор СВО. 5 установленных вентиляторов обеспечивают хороший уровень охлаждения для установленных вами компонентов. Отсек блока питания отделен от основного пространства. Под этой крышкой хватает места для скрытия лишней проводки. Тут же находится корзина под 2 3,5-дюймовых жестких диска. Еще 2 2,5-дюймовых диска можно зафиксировать на боковую стенку. По периметру поддона материнской платы окошки под организацию кабеля менеджмента с резиновыми заглушками. Достаточное количество ушек подстяжки. В поддоне платы есть окошко для доступа к усиливающей пластине системы охлаждения, 7 многоразовых пластин платы расширения. Сборка системы в этом корпусе не вызывает затруднений. Свободный доступ ко всем компонентам. Немного времени на аккуратный монтаж проводки. Обновление Zalman Z9 Neo Plus сделали этот корпус эффектнее, интереснее предшественника. Компании в очередной раз удалось, сохранив привлекательную ценовую политику, поднять планку качества. Данная модель подойдет для сборки эффектной системы с компонентами, оснащенными настраиваемой подсветкой. К преимуществам отнесем 5 комплектных вентиляторов, 3 из которых идут с синей подсветкой, легкое обслуживание, отдельная зона под блок питания, совместимость с компонентами. Напомню, что у вас есть возможность выиграть данный корпус. Для этого проходим по ссылке в описании к этому видео. Будьте внимательны, комментарии именно к текстовому обзору, а не к видеообзору. Всем спасибо за внимание, нас придержит много интересных новинок и пока-пока.